Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 3. Какой-то у нас новый ивент начался. И что нужно сделать? Короче, он длится 1 день 17 часов. Окей, намотаем себе на ус. Так, давайте для начала мы крутанем с тобой рулетку. Может быть, что-нибудь хорошее нам здесь и выпадет. Давай эпик, пожалуйста, эпик. Нет, мне выпадает 10 бриллиантов, забираем. Так, 10 брюликов, это хорошо. Это всегда хорошо. У нас что-то в магазине есть, давай посмотрим. Баттеркап могу взять, 2 штуки за 40 монет. С удовольствием куплю. Так, выполнил какое-то ежедневное задание. Смотри, мы можем с тобой купить одну звездочку, но для этого нужно 320 монет. И плюс одну шишку. Кстати, шишку мы можем с тобой, по-моему, уже прапать. Только вот хватит ли у меня финансов? Так, информация. 300 нужно, да? Мне не хватает совсем немножко. Слушай, а для чего мне вот этот вот перец нужен, а? Горячий соус. Хм. Пока неизвестно. Ну что, я предлагаю, ребят, наверное, нам немножечко подраскачаться. Потому что мы помним, что в прошлой серии у меня не получилось здесь пройти уровень в башне. А все почему? Потому что мои персонажи слишком слабенькие. Я не вытянул катку. Так, Баттеркап, Спайквит. Отлично, забираем. Опять какой-то реворд свой зарабатываем. Окей. Ну что, начнем, наверное, отсюда, с этой фермы. Здесь у нас, как мы видим, зомбари. И, кстати, они уже довольно сильные. 390 силы имеют. Ну, пожалуй, мы и приступим. Так, я ничего менять, наверное, здесь не буду. Или, может быть, нам вот этих собачек поменять? Нет, оставим их. Поехали. Ну что же, начнем, как всегда, с нашего любимого попкорна. Так, идут по этой на линии. Так, я на всякий случай поставлю сюда базуку-бамбуку. Пускай стоит и радуется. Слушай, зомби-то крепкий, смотри. Даже попкорну не сразу получается его уничтожить. Ну, ничего страшного. Так, нам нужно вот сюда, на этот ряд поставить. Ну, это проще пареной репы. Лысый голодранец идет. Слушай, ну я, по-моему, припозднился маленько, поэтому надо еще ставить сюда будет орех. А вот это вот, кстати, плохо. Вот это плохо. Давай-ка мы с тобой ее раздавим, эту зомбариху. Чтобы она тут нам не натворила делов. Ух ты, смотри, как кто идет, а? Типа я его не вижу. Так, сейчас. Мне нужен орех. Блин, базука не будет бомбить его, пока не увидит. Вот так. Отлично. И сюда поставим с тобой... Нет, я поставлю, наверное, сюда все-таки попкорн. Ну что... Финальная волна, ну это только, как тебе сказать, финальная волна, но не всей игры, только первой стадии ее. Ну я думаю, этого зомби мы с тобой разберем. Сюда я поставлю, наверное, собачку лающую, да? Нормуль. Так, выставляем с тобой таку. Я хочу вот сюда влепить, сюда, на песика поставим и, пожалуй, сюда. Окей, подожди, а, еще есть. Так, погоди-ка секунду, куда мне поставить? Ну, давай вот сюда вот. На бамбук поставим. Ну что, давай, наверное, мы с тобой сделаем здесь защиту на всякий случай. Ну, они идут медленно, я думаю, мы успеем их расклепать здесь. На худой конец будем применять что? Ну, естественно, артиллерийский огонь. Ну, если нам понадобится, конечно. Я думаю, мы без него здесь справимся. Так, а вот это вот не надо здесь. Пожалуйста, идет она мне. Сейчас будет перебрасывать этот орех. Просто видал и перекинула его. А она еще и бомбит. Смотри, что она делает. Ну, по атаке она очень слабая, поэтому быстренько мы ее уничтожаем. Так, давай-ка я еще, наверное, сюда поставлю один попкорн. Слушай, у нас 2 заряда есть. Можно, в принципе, потратить, да? Я думаю, никто не против будет. Опа! Козырно. Орешек у нас стал бронированным. Что есть хорошо. Так, давай-ка мы... Ох, как лает она, а. Вот, а вот это, ребята, плохо. Сейчас нам придется, знаешь, что с тобой сделать? Артиллерийский огонь. Как только этот шахтер появится, мы с тобой делаем вот так вот. Упс,
Не добили маленько, не добили. Все, готов. Подожди-ка, где-то еще, да, ползет? Ну да. И, как я говорил, самое обидное, что я не могу его, ребята, под землей, ну, никак выловить. А, их тут два. Их здесь аж двое. Ну-ка, давай бомбить. Отлично. Победа за нами. Так, сколько звездочек мне дадут? Две? Да ну, всего две звезды дали. Блин, это, ребята, очень мало. Ну что, я не знаю, мне сейчас хватит взять пиньету заработанную или нет. Сейчас посмотрим. Поэтому по статусу звездочек. Ну, хорош уже крутиться тут. Нет, всего лишь 14 звезд. Этого мало. Ну что, тогда давай уничтожать вот этого зомбоатаку. Поехали. Ничего менять не буду, хотя я уже, знаешь, что думаю. Зря, наверное, я беру с собой снап дракона, потому что я им не пользуюсь в последнее время вообще. И можно было бы заменить. Интересно знать, кто может вот этих вот шахтеров, которые под землей ползают, кто их может вылавливать, высматривать, притормаживать, так скажем, да? Ну куда ты ползешь, а? Давай бомбить. Так, расстреливаем потихонечку. Так, это там на шарике летит. Все, уже ползет. Угу. Так, я не знаю, вот может быть нам с тобой попробовать сделать симметрию из орехов. Хотя какая симметрия, когда тут зомби со всех сторон ползут. С флагом еще идет. Ну, ну бамбук, ну елки-палки, ну что ты не смог справиться что ли с ним? Давай сюда выставим. Что такой странный сейчас звук? Мне показалось, что кто-то лес рубит. Так, идет девчуля, да? Со своей присоской. Со своей присоской. Так, нам нужно сюда, наверное, еще поставить один, как говорится, этот попкорн. Слушай, ну она такая ватная. Она даже орех не может разбомбить, ты понимаешь? Так что, в принципе, переживать не стоит. Так, я придержу пока, наверное, артиллерийский огонь. Он нам пригодится, наверное, в дальнейшем. Мне, на самом деле, хочется получить новых каких-нибудь растений. А то я вот только с помощью попкорна здесь играю. А как ты знаешь, да, в башне такой фокус не прокатывает. Ну что, давай улучшать наших ребят бравых. Вот так. Ну подожди, давай еще-то. Все. Я готов. Приступаем. Сюда еще поставим, да, наверное, один попкорн. Сюда орех. Так, секунду. Здесь не хватает нам попкорна, потому что здесь летит чудик. Нам нужно его сбить. Сбивает у нас только попкорн. Вот так вот. Сюда могу поставить грушу. Ты смотри, что... Ты видел, что она сделала? Она мою грушу немножко сбила. И та сработала как-то не нужно. Так, тихо, тихо, тихо. Воу. Срочно огонь артиллерийский. Так, минус два деда. Что там за звук такой? Твою же налево. Только вот этого охламона здесь мне не хватало. А почему? По нему-то не... Как-то странно все это работает. Очень странно. Но я знаю, что сейчас еще, по-моему, поползут, да? Вон, уже ползет. Смотри, вот он. Уже ползет. Шитик, а? Ну, его навряд ли мы уже, конечно, подобьем. А вот он сейчас будет тут уничтожать мне растения. Давай-ка вот так вот сделаем. Окей. Еще, да, где-то ползет? Раз, два, двое. Плюс дед. С ракетами. Так, сможем его тут запинать или нет, как ты думаешь? Посмотри, видишь, они двое здесь стоят. Нифига не получилось, да, у нас? Жалко попкорн, конечно. И таким образом мы с тобой получаем, наверное, меньше звезд. Дай-ка я выставлю. Ну-ка, покажите, пожалуйста, сколько я? Две звезды всего лишь, две. Конечно, это мало. 36 монет. Да, я получу сейчас звездочки, и мы с тобой пойдем открывать пиньеты. По-моему, две штуки. Надеюсь, бонус еще не закончился. Начислили.
Так, отлично. Давай посмотрим, что нам выпадет здесь. Один бонг чой. Так, кукуруза одна. Спейквит, три карточки. И баттеркап, 4. Оу, блокбастер, 2 карточки. И бамбашотс, 3 карточки. Так, доквуд и 258 монет. Слушай, ну, неплохо на самом деле. Давай еще вот здесь вот откроем. Здесь немножко будет поменьше, потому что это базовая пинета. Поэтому стена орех, баттеркап, горохострел и всего лишь 49 монет. Окей, значит что? Мы можем, по-моему, что-то с тобой прокачать, так? Или мне показалось? Да, отлично. Сколько нужно? 200 монет, тратим. Так, горохострел. Ага, смотри-ка, у нас шишечка может улучшиться. Окей. Это неплохо. Так, здесь я забираю ревард. Где он у нас? Вот он. Что я сейчас сделал? Зачем я там нажал куда-то? Так, а что же за ивент? В чем он? Так, секунду. А в чем суть? В чем суть? Я не могу понять. Мега миньон батл пайни... Все. Я, кажется, понял. В чем суть? Нам нужно с вами применять вот эту шишку в боях. Ну-ка, где она? Вот она. Юзы. Использовать. Подожди, нет, не использовать нам нужно. Нам нужна информация, скорее всего. Да нет, не это. Короче, я думаю, мы с тобой уберем, знаешь, что? Грушу, наверное, я уберу, да? И поставлю шишку. Как шишку-то так, юзы? Вот сюда вот мы ее поставим. Все. Вот теперь у нас должно нормуль все получаться. И ивент должен у нас, как говорится, ну, идти. Тут, видишь, подарочки за использование шишки. Ну что, у нас следующий бой. Вот эти вот зомби противные, на самом деле. Так, опасность. А в чем опасность заключается, я не пойму. Что? Что им не нравится? Посмотри, опасность. Да ну нафиг. Не знаю, что они меня там предупреждают, но я пока не проверю, не пойму. Типа, тебе не стоит туда идти. Ну ладно, посмотрим. Окей, давай. Базука, ты у меня как раз прокачана. Сейчас должна бомбить, не по-детски. Да-да-иш. Так. Шишка у нас тут лютует. Так, дай-ка я этого... Хотел деда, ребят, немножко прижучить. Сейчас сломает мне, да? Съест бедную мою пушку-базуку. Так, за это он поплатился. Так, вот здесь у нас есть опасность, потому что здесь на этой линии никого нету. И нам нужно с тобой как можно быстрее. Ну что, не хватает, нам вечно чего-то не хватает. Постоянно, на постой просто-напросто. Меня это вот раздражает, если честно. Давай вот так вот, наверное, сделаем. И арт-обстрел. Нормуль, пока живем. Опять этот дед, а? Опять этот невыносимый дед. Он сейчас будет есть орех, верно? Ох! Друзья мои, впереди-то кто? Слизень. Вот это плохо. Надо его быстренько уничтожить. А быстренько не получится. Вот он распался на составляющие. Давай, наверное, вот так с тобой сделаем. Слушай, орех, ё-моё, ты... как быть? Давай, наверное, немножко вот так вот задержим его, этого зомби. Эй, сейчас же еще руки будут, да, от этого зомби. Да-да-да, именно руки. Руки-крюки. Так, этот слизень сейчас тоже распадется, блин, на составляющие. Дед, ты уйдешь отсюда или нет? Ты уже достал, вот серьезно говорю, достал он здесь. Давай вот так вот сделаем, бомбить его. Его лучше всего контролировать, знаешь, каким образом? Вот как он только появляется, выставляешь шишку. Точнее, не шишку, а выставляешь орех, и все. И он начинает с этим орехом там баловать. И в этот момент ты его, естественно, уничтожаешь. Но для этого у тебя должно быть, как говорится, откат и энергия для ореха. Так, поехали. Шишка.
Шишка, шишка и попкорн. Я готов. Симметрия написали даже. С чего вдруг симметрия-то у нас тут появилась? Давай выставлять. Ага, ага, ползет, типа я не вижу. Я вижу тебя, маленькая тако. Так, вот он, ребята, этот хлыщ. Сейчас будет... А, мы его уже подбили. Ну, тем паче. Тем паче. Так, давай, наверное, вот так сделаем. Оу. Так, здесь две дурехи ползут. А ну-ка, погнали. Опачки, разнесли в хлам. Так, дальше что у нас тут? Пёси, может быть, выставить сюда, на всякий случай. Пускай лает. Так, тихо, кто-то... Шахтер, ё-моё. Ну, я думаю, с ним разберемся, да? Сможем разобраться? Нет, не сможем. Придется помогать. А в этот момент где-то еще ползет, да? Шитик. Ну вот он, конечно же. Эх, жалко, у меня нету близнеца, который может что вперед, что назад стрелять. Ох, ё-моё, смотри, кто идет. Гигантский слизень. Мне это как-то совсем не нравится. Давай-ка вот так вот поможем маленечко. Есть. Козырно. Руки эти уничтожили. Сюда поставлю орех. И последняя лапа идет. Мы ее сейчас забомбим. Все, ребята, мы прошли с вами этот уровень. Тоже довольно неплохо. Сколько? Ну, хотя бы 3 звезды. Уже хорошо. Плюс 4 попкорна дали нам. И 126 монет. И теперь бы мне хотелось посмотреть... Будет ли у нас с тобой какой-то прогресс в этом ивенте? Я сейчас специально туда зайду и посмотрю. Давай-ка посмотрим. Ага, все-таки что-то есть. Видишь, прогресс идет. И я получаю... Ага, 2 шишки. Забираем. То есть будем продолжать обязательно, да? Будем обязательно продолжать. Посмотрим, что нам выпадет в самом конце. Если, конечно, мы... Дойдем до туда. 100 монет в копилочку, плюс еще 100 монет в копилочку. А почему? Почему здесь сбросилось, друзья мои? Я, наверное, в свое время вот здесь вот, да? Скинул. Нажал нечаянно. Ладно, фиг с ним. Здесь у нас полностью все зачищено. Ух ты. А вот это что такое? Ёпарасете. Босс. Слушай-ка. Будем ее бомбить, а, друзья мои? Я думаю, что будем. Погнали. 440 у нее мощей, а как видишь, у нас 525. Я думаю, мы должны справиться. Ух ты! А вот это-то, кстати, хорошо. Ты смотри. У нас эпический попкорн становится круче. Ой, теперь просто будем рвать. Поехали, друзья. Вы еще не видели, наверное, этого босса. Ну, по крайней мере, от меня. От моего прохождения. А я уже с ней один раз дрался. Как раз в той серии, которая у меня не получилась. И я ее там победил. Посмотрим, что у нас здесь получится. Ага, 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 начинается. Так, давай быстренько с тобой выставлять. И будем ее бомбить потихоньку. Она будет сейчас, по-моему, призывать. Вначале летучие мыши там разлетятся. А, да, она током бьется. Вот оно что. Так, тихо, роднули. Не буянь, вот твою же налево. Кстати, нам невыгодно получается ставить растения все в кучу. Нам лучше вот... Ох, ё, просто, а чё так? Быстро-то, Ирьяна. Не-не-не, слушай, ну попкорн хорош. Смотри, он у нас прокачан теперь стал. Бомбит намного лучше. Только вот здесь вот, конечно... Вот здесь, наверное, он... Спасует или все-таки успеем? Да давай этого зомби, пожалуйста, уничтожайте. Ну, отлично, успели. Фух. Так, на всякий случай я все-таки буду выставлять здесь орехи. Так, почти, почти немножко у нее тут осталось от здоровья. Это только от первой шкалы, так как назовем, да? Первая шкала. Так, шишкарь у меня там танцует свою буги-буги, разбрасывает в этот момент. Свои эти иголки хвойные. А я буду, наверное, вот так вот выставлять их здесь, сплошь и рядом. Так, я поставлю еще сюда орех. По крайней мере, она, видишь, когда, вот если бы не было орехов, она бы бомбила электричеством по моим. Оу,
Тихо. Она уже зомбарей может призвать? Слушай, такого, по-моему, в первый раз, когда я проходил, не было. Так, тихо. Смотри, что происходит. Оу, срочно выставляем сюда орех. Отлично. Так, шишки стоят. Попкорны бомбят. Все как полагается. Так, давай-ка я сюда еще, наверное, песю поставлю. Я думаю, лишним не будет он здесь, да? Сможет он... Ага, он, кстати, ей тоже снижает, по-моему, броню. Или мне кажется? Все, что ли? Да ладно. Это была первая стадия, ведь так? Точно, ребята, это была только лишь первая стадия. Так что радоваться еще рано. Все, поехали. Вот она опять выходит. И Мортисия. Давай сюда сделаем. И, наверное, бомбанем артобстрелом. Солиденько. Слушай, я думаю, шанса нет у нее вообще ни одного. Так, вот сюда тоже поставим. Симметрия, все дела. Эти не успели появиться, как мы их просто разбомбили. Так, давай, лай. Я вот сюда еще поставлю песю. Пускай. Смотри, как прикольно. Просто тотальное уничтожение идет у нас. Так, один из орешков скоро у нас сломается. А я могу один на один поставить, нет? Нет. Тогда будем ставить с тобой просто попкорн. Попкорн. Так, опять, смотри. Вот здесь, кстати, скорее всего, сейчас съедят. Нет, не успели. Тогда артобстрел. Ну-ка, смотрим. Хорошо было сделано. Сюда мы поставим базуку. Так, отлично. Вот этот орех я, наверное, все-таки выкопаю и поставлю нормальный, свеженький. Этот песик прокачался, я смотрю, да, уже у нас. Так, вот этот орех тоже надо, наверное, убрать и поставить свеженький, вот этот вот. Ну, стреляем, бомбим. Там осталось совсем немножко у нее здоровья. И все, и мы сможем ее... Там, я не знаю, будет ли какой-то реворд или еще что-нибудь, не помню. Но сто пудов что-то должно быть. Последнее приготовление. Мне, конечно, хотелось бы посмотреть бы еще на каких-нибудь разных боссов. Но пока в данный момент только вот это. Все, орган у нее сломался, и она уползла. Но самое главное, что здесь все-таки не зомбосс, да? А именно вот она была. Так, 4 звезды. Слушай, это неплохо. Пиньята 4 уровня. Ну-ка, дай-ка посмотреть. Так, 3 кабачка. Блокбасс Rush 9. Снэпдрагон. 6 карточек. Слушай, ну очень прикольно. Я сейчас могу прапать аж целых 2 овоща. И одно растение, по-моему, да? Давай-ка прямиком, наверное, сюда забежим и посмотрим. Снапдраган, я буду им пользоваться? Навряд ли, пока в ближайшее время. Горохострелом тоже, наверное, не буду пользоваться. Давай вот здесь, наверное, с тобой повысим. 200. Блин, я никогда не накоплю себе 1000 монет для того, чтобы открыть себе свой клан. А сколько, интересно, стоишь ты? 300. 300 монет. Ладно, хорошо. А что у нас по ивенту? Какое-нибудь продвижение есть? Есть, но очень-очень медленно. А что нужно здесь? Так, 25 очков я набрал. А может быть, на боссах это не рассчитывается. Поэтому переходим с тобой на боевой режим. Боевой режим это вот этот вот. Давай-ка глянем. Сколько здесь у нас? 370, 330. Понятно. Ну, начнем, наверное, вот с этих, с малышей, да? Новых зомбарей я пока не вижу. Ну, ладно, давай приступать. Эх, фермочка моя, ферма. Так, я готов. Ползет. Это у нас кто? Собачки, зомби. Окей. Так, шишки. Обязательно шишки выставляем. Пускай они бомбят. Так, ну-ка, давай посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, наверное, вот так. Да куда же я поставил орех-то? Господи, я хотел поставить, где зомби ползет. А у меня немножко сбилось. Вот сюда давай поставим. Посмотрим, сколько. Слушай, ну урон неплохой именно по зомбятине наносится вот от шишки. Смотри сам. Видел, да? Ты все это прекрасно видел сам. Своими глазами.
Ну, попкорн, конечно, бомбит круче. Так, здесь-то у нас, смотри. Да почему сюда-то поставилось? Ё-моё, блин. Я хотел поставить наверх. Чушь какая-то получается тут. Ну, давай еще сфейлимся. Ну, давай сфейлимся, ё-просто. Чё, почему бы и нет? Орех этот ставится куда не нужно, блин. Вечно вот так вот. Говорил же, вот сюда, наверх. Нет, он взял, вниз мне влепился. Так, поехали. У нас с тобой только лишь одна дорожка незащищенная. Вот это вот. Середина, так скажем. Я сейчас туда поставлю наш попкорн. И первая стадия будет пройдена. Ну что вы там 3 часа? Вот не хватает, знаете, чего? Скорострельности. Вроде дамаг есть, все есть, а вот именно скорости не хватает. Хотя я могу, наверное, повысить скорость сам в игре. Так, давай вот сюда. Сюда и вот сюда. Все, поехали. Я сделаю ускорение, ребята. 2х. Во. Смотри, как забористо пошло дело. Так можно намного больше пройти, да? Чем на замедлялке на этой. Эй-эй-эй, бабуся. Успокойся, бежит она, сломя голову. Так он не пройдет мимо нас. Вот здесь еще и базука у нас будет стоять. Стреляй, отлично. Так, опа, минус. Слушай, да как-то на ускорении даже, мне кажется, получше. Ребят, напишите в комментах, вам как на этом ускорении. По-моему, очень быстро. Конечно, не все успеваешь проглядеть, но зато быстро проходятся эти уровни. 92 монетки в копилку. Так, давай взглянем. У нас не хватает 4 звездочек для того, чтобы получить еще одну пиньяту. Ну, я думаю, что мы с тобой вот с этими ребятами справимся. Здесь шахтеры. Кстати, у нас сейчас есть неплохой вариант проверить, сможет ли против шахтеров помочь нам вот это вот растение. Сейчас, где оно? А, надо выйти отсюда. Вот сюда зайдем, смотри. У нас есть с тобой вот такой вот, да? Чудик, который шипами бомбит. Или же взять вот этого, а? Интересно, сможет ли он достать или нет? Можно попробовать, ребят, мне кажется. Можно попробовать. Давай вот так вот использовать. Вот сюда я его воткну. И также вот этого вот. А воткнем вместо пёси. Все. Вот таким вот образом. Заодно проверим. Просто хочется узнать, действительно шахтеров нельзя выловить из-под земли? Или все-таки можно как-то? Погнали. Как раз вот где он поползет, будем выставлять с тобой. Ну вот шипастая, конечно, вот эта вот дорожка, мне кажется, вряд ли она, лужайка, вряд ли она, конечно, сможет достать его. Так, погнали, хлопцы вороных. Так, ах ты, ё-парасотет. Да-да-да-да-да, я так и понял. Ну вот так вот тебе. Будем на шипы ловить. Шишка, давай, бомби. Поэтому зомби. Так, у нас здесь на шариках. Ну, в принципе, мы его сейчас подобьем. О, шипом. Интересно, сможем ли мы действительно наносить урон шахтеру? Если сможем, это будет круто. Ну. Ага, отлично. Так, сюда я поставлю орех. Вот, кстати, сейчас где-то поползет шахтер. Ребята, проверяем. Угу. Ни то, ни другое не помогло. Делаем выводы. Эти растения нам не помогут. Против вот этого шахтера они бесполезны. Так что будем их обратно менять. Так, тако. Давай сюда, наверное, применим. Сюда. На нашу шишечку. На нашу шишечку. Звучит-то как? Поехали. Салат-бар какой-то нам там написали. Окей. Не надо. Блин, да что ж такое, я хотел вот сюда поставить, а? Что происходит, а? Я не понимаю. Давай здесь выставим. Бабка, отвали. Ходит она здесь мне. Тоску наводит. Шипы тебе под ноги, бабуля. Ай-яй-яй. Ползет чучмек.
Как-то плохо, ребят. Так, дедуля. Сможем мы его забомбить? Успеем? Не, нифига не успеем. Хотя стараемся очень сильно, причем. Да. Чуть-чуть нам не хватило его забомбить. Слушай, а эти-то, смотри, бомбят. Вот они стоят здесь, а бомбят аж фиг знает где. Так, погоди-ка, я отвлекся маленько. Давай залп. Все, разнесли в хламину. Дедуль, куда собрался-то? Опять шахтер, ну где ты там? Где ты там ползешь? Я его не вижу пока. Вон он. Вон он ползет, а? Труфальдина. Тут их два. Ну что, готовимся к артобстрелу? Давай, накроем их медным тазом. Все. Интересно, а здесь в этой игре есть будут гаргантюа вот эти вот? Зомби-великаны или нет? Так, ну-ка, дай-ка загляну в ивент. Что-то нифига не сдвигается, ребята, с места. Тут 200 монет. Тут 4 шишки. Тут 1300 монет. И 9 шишек. Слушай, а почему не продвигается? Что нужно сделать? Так, выиграть 20 битв именно шишками. А здесь выиграй одну на мега миньон батл. Блин, короче, понятно. Все надо на шишках на этих. Ладно, зомбариха еще есть у нас одна. Будем... Так, а вот этих ребят я, наверное, все-таки удалю. Да, ладно, пускай стоят. У нас основной кто? Это попкорн, базука мэн и орех. В принципе, больше мы с тобой особо никого не юзаем. Так, поехали. Я ускорюсь, с вашего позволения. Окей? Так, этот чудик, да? Прыгнул. Ну, теперь катись отсюда колбаской. Ай-яй-яй. Это плохо, ребят. Поставил, называется, на свою голову раньше времени. Так, этот зомби минус. 100%. Так, чувак с собачкой идет тоже. Минус о нем. Давай, шишка, бомби. Слушай, если я вот так сделаю. Вау, понял? Эй, голубятня. Быстро рассосалась. Ты что, серьезно, что ли? Так, смотри-ка, здоровая зомбариха идет против нас. Ох, какая здоровая. А ну-ка. Да мы ее ушатаем. С полтыка. Так, это у нас, наверное, первая стадия заканчивается, да? Окей, усиляем своих ребятулик. Так, шишку. Давай, наверное, попкорн. А, он уже улучшенный. Тогда вот этот вот и вот этот. Все, погнали. Нечего тут рассусоливать. Парк трик. Ускорение дай мне. Вот это. Так, тихо. Уничтожили, молодцы. Главное, чтобы на каждой линии был у нас противовоздушный юнит. А это как раз попкорн. Почему замедляется-то, я не могу понять. Я делаю ускорение, он замедляет мне игру. Так, обстрел. Оу. Четенько все. Так, хлебный дед идет. Хлебный дед. Атака. Всю голубятню там разворошили ему. Дедуль, вали-ка ты отсюда, а? По-добру, по-здорову. Тихо, еще одна зомбариха идет. Арт-обстрел. Ну. Так, дед, ты со своей голубятни тут достал уже. Нормуль. Мы с тобой победили. Сколько звездочек дадут нам? 4. Прогресс. Прогресс. Смотри-ка, одну шишку дали. 3 капусты, 97 монет. И сейчас я, кстати, по-моему, получу пиньяту. Одна из них золотая, другая обычная. Так что сейчас зайдем. И, наверное, все-таки рванем на башню. Мы немножко проскачались, да, с вами? Немножечко. Так, ну-ка давай глянем, кто здесь у нас выпадет. Так, это серебряная пиньята. 2 баттеркапа выпало нам. Угу. Кукуруза, кабачок, попкорн и 60 монет.
Эх, а здесь кто? Ну-ка, посмотрим. Тоже серебряная пиньета. Так, бонг-чой. Блокбастер. О, звездный фрукт. И 73 монетки. Ну, в принципе, ребят, неплохо. В принципе, неплохо. Ну что, пойдем, наверное, с вами уже, как говорится, в башню. Я здесь точно ничего не смогу сделать? По-моему, нет. Так, здесь у нас получится, если мы пройдем, да, получим с тобой... Это, по-моему, электрический, да, росток. А это у нас вишня-бомба. Первый этаж. Тут 4 этажа, ё-моё. Так, вот я, знаешь, что думаю? Может быть, нам все-таки здесь заменить? Так, а смотри-ка, я могу улучшить. Слушай, давай-ка мы заменим все-таки, действительно. Я не хочу их просто с собой сейчас брать. Возьму я, наверное, кукурузу. Возьму кукурузу вот сюда вот. И вот этого сейчас прокачаю. Снэпдрагона. И возьму тоже его с собой. Кстати, тут можно дамаг улучшить. Окей. Берем. Используем вместо вот этой вот лужайки. Я надеюсь, что это мне хоть как-то поможет пройти этот этаж, который я не смог осилить, к сожалению. Ух, скрестим пальцы. Ну, поехали. Где зомби? А, тут же танцоры. Точно, я вспомнил, друзья мои. Из этих танцоров я как раз и не мог пройти. А что ускорение-то? Можно вырубить-то мне это ускорение? Не надо пока. Без него как-нибудь попробуем. Так, успеем, как думаешь, или нет? Черт подери, а. Они очень быстрые. Эй! Ты серьезно? Не успел, да? Трындец. Просто не успел. Вот этот вот мелкий прибежал просто и все. Повторить, конечно же, повторить. Блин, а как быть-то тогда? Я не знаю. Как мне тут быть? Давай посмотрим, как Снэпдрагон будет бомбить. Как... Ой. Что-то урончик-то вообще ни о чем, друзья мои. Ни о чем. Вот он опять этот мелкий. Паршивец-то этот. Из-за которого я тогда и профукал все. Пришлось мне орех здесь поставить. Ну, пока как бы сдержать его. Так, теперь будем бомбить. Так, вот этого нужно прыщалыгу уничтожить. Видишь, идет довольный, танцует. Но успеем, как думаешь? Чё, кто? А, он ускорение получил. Орех ставим сюда. Что ты там орешь, шитик? Сейчас мы тебе там быстренько брейн сделаем. Так, Снэпдрагон потихонечку бомбит. И это хорошо. С флагом, а крепкий гаденыш, смотри какой. Ты еще не забывай, что нам нельзя проигрывать. То есть мы с тобой первую-то эту пройдем, а нам нужно еще потом 3 волны пройти, 3 эпизода, или как там назвать-то. О, усиленные зомби пошли. Ну что, артобстрел? Окей. Так, ну что, первая стадия якобы пройдена у нас. И мы с тобой будем усилять. Вот так вот. Погнали. Сейчас дам зомби. Зомби пришли. Окей. Ушатали. Ну. Давай сюда, наверное, тоже поставим попкорн с тобой. Пускай он стоит. Снэпдрагон летающий, он, по идее, должен наносить побольше урона. О, давай, жарь, жаривай их. Кукурузу поставим, зачем я ее брал, если не могу применить, верно? Упс. Тут у меня, у меня здесь нету. Попкорн-то не стоит. Поэтому чувак на шарике чуть не пролетел. Здесь задержим маленечко его. Шину он усиленно идет, конечно, да? Смотри, видишь, у него защита внизу. Это синяя, это его броня.
Так, сюда нужен орех, по идее. Видишь, о, дотанцевался свою буги-вуги. Блин, ну этот-то мощнее будет с ведром на голове. Ты посмотри. Срочно орех. И базуку выставим. Базука, бомбани, пожалуйста, разочек хорошенько. Вот. Но все равно крепкий, а? Засранец. Давай с собой вот так вот сделаем. Арт-обстрел. Шикарненько. Но это еще не конец. Это еще не конец. Далеко. Так. Орех выставим сюда. Чтобы сдержать маленечко весь этот наплыв. Ты посмотри, что тут происходит. Так, вон того ханурика нужно бомбануть, иначе он сейчас танцоров этих вызовет. Он же вызывает. Нет, что-то он, по-моему, здесь ничего не вызывает. Слушай, по-моему, мы прошли с тобой. Но это только лишь первая битва. Первая битва, и у нас уже одного сердечка нету. Еще вторая. Ух, поехали. Тут, по-моему, будет немножко сложнее все. И зомби будут покрепче, как я могу понимать. Кто там у нас идет? Танцуля опять. Со своей сальце. Так, что-то базука стоит очень долго там. Думает. Очень долго думает. У меня, как говорится, каждая секунда здесь, да, под расчет. И здесь еще снизу. Так. Хорошо, теперь можно подумать о чем-то другом. Даже, наверное, можно подкопить немножко нам солнечной энергии. Окей, забомбили. Так, идет, идет, ребята, бронированный хмырь. Я даже не знаю. Вот так придется, наверное, сделать лучше. Так, не хватало вот этого. Ох ты! Ты понял, что? Понял, что он делает? Просто наяривает здесь. Сможем мы его подбить? Лишь бы успеть. В тот раз мы не успели его забомбить. Он очень быстро съедал наши саженцы. На этот раз ему не получилось нас обхитрить. А почему они танцуют? Интересно, почему они уворачиваются? Так, погоди-ка, мне не нравится вот это. Сейчас он съест мне цветочек мой. Так, первая стадия пройдена. Окей, первая стадия пройдена. Давай применять. Сюда. 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 И сюда. Попробуем вот таким вот образом. Возьмем кукурузу с тобой. Чтобы в масло, как говорится, его. Естественно. А почему ты не пыхтишь? Почему ты не пыхтишь? О, зажарил. Но он урон такой ничтожный наносит. Ё-моё. Давай еще, наверное, с тобой кукурузу поставим сюда. И орех. Орех надо будет сюда влепить. Давай-давай, быстрее, орешек, откатывайся. Выставили. Так, пока он будет лопать, да, мы с тобой его уничтожим. По идее, должно быть так. И дальше, ёпрсты, что там у нас? Вдалеке-то очень неприятные ребята идут. Смотри. Арт-обстрел. Вот так вот, домахался там своим флажком. Халабуда. Кто это? Танцоры. У нас появились танцоры, ребята. Ну, мы их сейчас быстренько разберем. Да уворачиваются. Что он там сделал? Ох, ёпрсоте. Ты понял? Все-таки это они призывают своих плесунков. В тот раз, видимо, они не успели это сделать. Бедный орех сейчас съедят. Уже съели, да? Ставим новый, свежий. Так. Кто у нас там еще идет? Усиленные зомби. Всякого рода брони на себя надели. Так, и опять танцор. И опять танцор, надо их быстренько на ранней стадии уничтожать, потому что они могут еще призвать этих своих плесунов, и будет очень плохо. Ну что же, прошли мы с вами вторую стадию. Переходим на третью. Ох, не знаю, не знаю, ребята. Сможем ли мы здесь с вами одолеть? Копим энергию. Так, идут пока обычные зомби.
С обычными зомбами мы обычно с тобой через попкорн, да? Справляемся. Так, ну что-то они вроде бы обычные-то обычные, но в то же время и не совсем обычные. Окей. Слушай, мне нравится, что вот шишка как раз пробивает через всех. Ты понял, да, о чем я? То есть она стреляет в свою иголку, она пролетает через полный ряд. Не имеет значения, сколько там зомбарей идет. Она и всех прошкваривает. Так, что там? Что? Dance-off? Какой Dance-off? Танцы врубились, да? Плохо, что танцы врубились. Блин. На подходе, ребята, на подходе, чувак. Срочно орех ставим. Так, ну там вроде бы мы справимся. Вот этот меня, конечно, очень смущает, чувачок. Зомби, который вот орех наш лопает. Справились, мы его одолели. Так, здесь тоже пока все хорошо. Первая стадия пройдена, отлично, мне это нравится. Выставляем с тобой на наши шишки, потому что они очень хорошо нам помогают здесь. И вперед. Еще у нас есть с тобой листочек, мы его прибережем на самый-самый крайний случай, когда уже будет тут совсем не в моготу. Например, вот как здесь, видишь, летит, а мне и подбить-то нечем, энергия не накопилась. Ну-ка давай так, попробуем, успеем мы его сбить. Танцы включились, да? Ладно. Хотят потанцевать, пускай танцуют. Мне это все равно. У меня везде защита. Так что хоть запляшись ты тут. Так, уже два арт... Во-во-во-во, вот этих надо гасить сразу же. Плесунов. Они нам здесь не нужны. Лишние проблемы, так сказать, да? Давай выставим с тобой кукурузу. Сюда я сейчас поставлю орех. Так, и... Блин. Кто, что? Сюда нужно орех, наверное, доставить все-таки один. Для полной симметрии. Что скажешь? Нет. Не орех, нам надо вот сюда вот ставить базуку, чтобы подбить. Так, а вот сюда уже мы выставляем с тобой орех. Все, танцор идет. Друзья мои, идет танцор, ну-ка. Есть. Накрыли мы их. Но это еще не все, супер волна приближается, так что подготовились. Ага. Танцы-шманцы, не тут-то было. Победа, ух. Я на этом последнем сердечке, ребята, уже три битвы выиграл. Ой, ну что, а почему моргает? Почему моргает? Я не понял. Так, следующая битва, по идее, должна быть на четверочку. Только не говори, что они меня накололи, что надо два раза проходить эту миссию. Так, кто там у нас? Танцор опять, а? Ого! Что-то, подожди, мне это не нравится. Давай сюда. Здесь я поставлю, попробую орех, может быть, как-то немножко... Успею их отвлечь. Ну? Почему я не могу? Трындец какой-то. Я не мог выбрать бамбук. Хотя по энергии он у меня уже был готов. Там этот еще сзади чувак машет флагом. Ускоряет их. Твою же налево, а? Окей. Сколько нам нужно энергии? Так. Семь, ребята. Семь энергии. Я смотрел сюда, да. Мне не хватало тогда. Тут вот вот пятерочка была. Я думал, что 5 энергий стоит. Он стоит на самом деле 7. Так что это я сам виноват. Зря только на него наорал. На этот бамбук. По своей же глупости. Так, секунду. Теперь нам нужно вот сюда вот. Слушай, а что так быстро орехи-то у меня съели? Очень быстро, поверь мне. Что там опять? Танцы включились, да? Опять танцуют здесь мне. Ну хорошо, танцоры. Давай, потанцуем.
Оу, потанцуем. У нас же здесь... У нас же здесь с тобой нету. Так, первая стадия прошла. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Готов. Надо вот сюда вот выставлять. Вот где бамбук стоит, да? Неприкрытый. Как говорится, противовоздушными бойцами нужно везде выставлять попкорн, чтобы мы могли сбивать их. Так, ну что, танцульки, да, опять у них тут? Вовсю. Причем довольно круто танцуют, наяривают, прям такие радостные все. Шуршат. Окей, а если я вот так вот сделаю? Что вы на это скажете, олухи? То-то и оно. Так, давай, шишка, стой здесь. Данс выключен. Танцы отключены, короче, да? Оу. Друзья мои, вот этот вот гаденыш, надо его подбивать, иначе он сейчас врубил. Успел, ты понимаешь, он успел врубить свой вонючий танец и зомби пошли. Оу. Один за другим, ты понимаешь? Он одного за другим вызывает. Так, срочно сюда выставляем шишку. Точнее, не шишка это, ребята, это у нас орех. Я уже совсем заговариваться стал. Так, нам нужно что с тобой сделать? Сюда я поставлю, наверное, шишкаря. Шишкаря. А сюда орех надо вернуть обязательно на место, потому что это не дело. Ну... Это последняя волна, судя по всему. И поставлю я сюда вот кукурузу на дорожку. Ну вот такая вот меня совсем устраивает, как тебе сказать. Бамбук, попкорн. Очень неплохая комбинация. Выигрышная. И добили последнего зомби. Так, посмотрим, куда меня ребята переместили. Да, все, мы прошли с вами комнату. Контини. Так, я получаю сейчас 10 звезд, по идее, да? Плюс вот эту пиньету сейчас открываем. Будем смотреть, что в ней находится. И у нас в этой... А, в этой пиньете как раз и будут эти два растения. То есть... Так, бонг, что это такое? На стреме. Ну, наш подсолнух типа успокаивает его, да? Окей, мы с тобой заработали. Дэйв Воркшоп. Бомба, да? Вишня бомба и... Лепесток вот этот вот. Электрический. Так, Дэйв что-то тут опять смотрит. Воу. Зомби. Как бы тебя назвать-то? Зомби-фея. Так, орех там пучеглазый что-то глаза выпучил. Давай-ка мы посмотрим, что вот здесь у нас. Мы выполнили с тобой какой-то этот и реворд получили. А про ивент я что-то не могу допедрить. Почему дальше? Нет, мы продвигаемся, но слишком-слишком медленно. Слишком медленно. Так, здесь у нас ничего нету. Театр, в театре нету. Короче, надо получить еще 3 звезды. Я хочу открыть еще одну пиньяту. Кто за? Поднимаем руки, ребят. Кто за? Кто хочет посмотреть пиньяту? Поэтому нам с тобой, наверное, придется посмотреть видосик. Ну что, ребята, у нас появились с вами новые зомби. И, кстати, мы хотели же с вами, наверное, протестить. А мне их еще не дали? А как же вишня, а как же, как же электрический стручок? Инфо. Почему я не могу его взять? Неужели не хватает мне? А я-то обрадовался. Думал, вот, заработали. Нет, ничего не заработали мы с вами. Хорошо, тем паче они меня разозлили. Поехали бомбить этих зомбарей. Опасность, какая еще опасность может быть? Так, что, я, наверное, сделаю... Погоди-ка секунду. Ах, вот оно что, вишневая бомба есть. Хорошо. Я-то думал, что меня обманули. Нет, ребята, все нормуль. Вишня есть, но она почему-то странно вот здесь вот отмечается. Я думал, что она как растение будет в моем инвентаре, но не тут-то было. Хорошо, давай посмотрим. Воу, срабатывает она сразу же. А чё, отката не будет на нее, что ли? Я не понял.
То есть она одноразовая. Но это нечестно. Ребята, это нечестно. Одноразовая бомба, ну как-то уж. Во второй части, да, да и в первой, их можно было купить. Ну как купить? У тебя есть солнечная энергия, да, ты приобретаешь. А здесь все, один раз использовал и будь здоров. Это несправедливо, я считаю. Так, дед, ну куда ты прешь, а? Вот куда ты прешь? Вон, занимайся орехом лучше. А что нас предупреждали? Опасность, опасность. Я никакой опасности вообще не вижу. Все на изи. Просто на изи. Идем, как я не знаю кто, как боги. Ну что этот вот олух? Вот он пришел, он думает, что ему что-то все можно, что ли? Вот так вот. Бам! И все. И отдуплился. Так, теперь давай выставлять, как говорится, наше тако. Все. Продолжаем разговор. Вишня так и не откатилась, ты представляешь, а? Зараза какая. Ну, сюда я поставлю орех. Так, бамбук. Ах, сейчас, нет, не полетел никуда он. Никуда он полететь не смог. Кукуруза, выручай, родная моя. На голову ему, пожалуйста. А, тут же не на голову, тут она лужу делает, да? В которой они застревают. Так, а вы не слишком ли тут разбуянились, судари? Ну? Дай-ка вот сюда вот поставлю. Пошел, пошел расстрел. Так, секунду. Орех нужен, срочно мне нужен орех, ребят, потому что этого... Эх, надо его разоблачить. Разоблачение пришло вовремя. Зачем я сделал? Я не то хотел. Не то хотел, конечно же, ребят. Надо было на попкорн применять суперудар-то, а не на бамбук. Так, этот дед сейчас перелетит. Этот дед перелетит, успеет. Таки засранец, а. Хорошо. Так, дедуля там отдуплился. У меня даже нету никакой энергии, чтобы вот этих вот охламонов подбить, понимаешь? Вон они там хавают и все. Наслаждаются жизнью. От этого звездочки я получу меньше. Мне кажется, то, что вот они съедают у меня там мои растения. Сейчас посмотрим. 4. Воу. 135 монет и 4 горохострела. Я забираю этот реворд с превеликим удовольствием. И хочу открыть наши пиньятушки. Ну-ка. Золотая. Так, один орех. Один спайквит. Горохострел, да, две штучки. И кукуруза две. Во! Вот это другой разговор. Электрический стебелек плюс 4 карточки на шишку. И 2 карточки на доквуд. 306 монет. У меня еще одна пиньята золотая, не забывай об этом. Давай посмотрим, что отсюда выпадет. Так, капуста, горохострел, кукуруза, баттеркап, кабачок, бамбук и звезда. 282 монеты. Слушай, уже хорошо. Так, что у нас тут? Ох, ё-моё. Да, тут еще много, ребята, но у меня остался, по-моему, последний день. Да, один день, 16 часов. И это у меня все сбросится. Так, ну, теперь-то мне дадут стебелек. Вот он. Вот он, красавец, этот стебелечек-то маленький. Появился. А что это такое? Это где я должен приобрести? Ого. Гидрангея какая-то. Хе-хе. Говорят, что в клубе в каком-то можно получить. В каком клубе, пока я не знаю. Наверное, вот здесь вот, в своем клубе. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в «Растения против зомби 3». Так что всем удачи и до скорого.